эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!